Всем бодрого анапского утра. Мы сегодня в ЖК 2 Адмирала закончили очередной проект. Меня зовут Николай, с вами строительная компания «Неаполь» и вся наша командная работа. Смотрите. Если вы в первый раз в жизни делаете ремонт и не хотите упустить ни одной детали, рекомендую вам досмотреть ролик до конца. Для начала в трех словах, что мы имеем здесь по материалам. По полу частично ламинат, частично плитка, наши стандартные двери, натяжные потолки, средняя недорогая плитка в санузле, но самый основной момент, о котором хотелось бы поговорить, самая ответственная работа в данном ремонте – это стены. Вот это самое основное, если вы хотите что-то из нестандартов. Если вы уже не первый раз смотрите наши ролики, то видели, наверное, у нас в офисе огромное количество материалов. Что касаемо обоев, сотни вариантов в разных оттенках, с разным рисунком. Но часто бывает, я вижу в глазах женщин чаще всего, мужчинам обои не так важны. Сталкиваемся с тем, что листали несколько часов обои, говорим, что-то оттенок не устраивает, хотелось бы без рисунка. Переходим тогда на более дорогостоящий вариант, это обои под покраску или стены под покраску. Еще есть одна ситуация, когда заказчики листали, ой, вроде бы обои под покраску дорого, стены тем более. Можно мы походим по магазинам и посмотрим? В итоге бывают недобросовестные продавцы, видя, что вам нужно что-то однотонное, предлагают коллекции по типу монохром. Но я ни в коем случае не говорю, что весь монохром плохой. Имея 7-летний опыт работы с обоями и с разными другими материалами, я вам скажу, не хотите сыграть русскую рулетку со своими работниками, постарайтесь отказаться от однотонных обоев, которые не красятся. Их очень много коллекций у нас даже в офисе, мы их потом чуть в сторону убрали, чтобы не рисковать, был целый огромный каталог. Любые оттенки, красивые обои, практически нет текстур, будет выглядеть как под покраску, но это только когда ты держишь кусочек обоев или развернул рулон. Часто бывает такое, что если не прям очень хорошо подготовить стены, если у вас не супер маляр, то может получиться, что днем вы полосок не видите, то есть вот этих стыков, а вечером на закате или утром на рассвете прям каждая полоса отчетно видна, и это вам сильно испортит настроение. Скажу, да, мы часто клеим очень мелкую рогожку, лен, какой-то монохром, но тут 50 на 50. Поэтому, если вы не сильно хотите сэкономить на ремонте, берите обои под покраску. В данном случае это коллекция Виктория Стенова. Где-то больше 10 вариантов рисунка. Есть он очень мелкий. Есть, как обратите внимание, в данном случае, вот это самый мелкий рисунок, какие-то мелкие точки, которые, ну, с расстояния 2 метров имитируют хорошо окрашенные стены. Плюс еще в чем, что 1000 оттенков цветов можно, как здесь, видите, сделать часть акцентно синий, часть она такая светло-бежевая. Да хоть каждую стену можно покрасить в разный цвет. По полу прихожей и одним полотном в санузле у нас керамическая плитка 20 на 20. Обратите внимание, очень красиво смотрится. Хорошо подходит к цвету обоев в таком некотором восточном стиле. На стенах у нас два вида керамической плитки 60 на 30 с вот таким вот интересным декором. Обратите внимание, если вы купили ванну и у вас остается еще ну, минимум 15, 20, 30 сантиметров, можно из гипсокартона и плитки смонтировать вот такую нишу, где можно всякие шампуньки и мылки поставить. Но сразу скажу, из совсем бюджетной плитки это сделать невозможно. Чем дороже будет плитка, тем надежнее будут у вас все вот эти запилы. В кухне тоже ничего особенного. Вот такой вот красивый ламинат, как и в комнате. Очень классно смотрится такое жженое дерево. Я думаю, неплохо сочетается с цветом краски. Как и везде, белый матовый потолок МСД премиум, наши стандартные точечные светильники, модель GX53 по 10 Вт. И обращайте внимание, многие уже знают, но встречаются люди, которые привыкли еще к гординам
который прививается на стен. Ниша под скрытый карниз с профилем ПК-15, если у вас потолок идет без багетов. Напоминаю, помимо ремонта мы поможем вам так же, как и здесь, установить кондиционеры. Приедут наши заказчики, жара им уже будет не страшна. И мебель, у нас свое собственное производство. В данном случае заказчики приедут и будут все заказывать на месте. Но чаще всего заказчики приезжают уже в красивую меблированную квартиру. Если вам нравятся наши ролики, очень прошу, поставьте лайк, подпишитесь на канал. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока. Я побежал.